Всем доброго времени суток, пользователи портала caseize.ru. И сегодня у нас на обзоре меню серии Magnitol Xize 2 Z10 с литерой L на четвертом андроиде. Приятное и понятное меню настройки радиостанции не оставит вас равнодушным. Используя ползунок, можно вручную найти нужную вам радиостанцию или выбрать уже сохраненную. С помощью музыкального плеера можно прослушивать большинство популярных аудиоформатов, подгружая музыку через USB, флешку SD или внутреннюю память. Перейдя в настройки эквалайзера, можно выбрать готовые пресеты или настроить их самому, а также отбалансировать звучание колонок по надобности. Поддержка самых распространенных навигационных систем в России. Например, вы легко можете скачать Яндекс.Навигатор с Play Market или купить лицензионный Navitel, кому что удобнее. Как уже упоминалось ранее, возможность установки любых приложений через Play Market. Вас ограничивает только ваша фантазия. Возможностей хоть отбавляй. Магнитолы данной серии поддерживают все распространенные форматы видео, показанные на экране. Запуск производится все с тех же носителей, как и в случае с музыкой. Установка разнообразных полезных виджетов в одно касание. Будь то ни было часы или прогноз погоды, настроить их очень легко. Просто перетащите нужный вам виджет на рабочий стол. С помощью встроенной функции Bluetooth вы можете осуществлять звонки, используя ваш смартфон. Достаточно соединить автомагнитолу с вашим устройством и загрузить вашу записную книгу. Помимо этого, возможно прослушивать музыку с вашего смартфона, переключая композиции как на автомагнитоле, так и на самом девайсе. А теперь о цифрах. Данная серия автомагнитол снабжается 4-ядерным процессором в 1 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти. В сравнении с его старшей версией 1,25 ГГц и 2 ГБ оперативной памяти, что определенно сказывается на быстродействии, но достаточно для рядового пользователя. А теперь самое главное. Специализированные настройки для штатных магнитол. Здесь вы можете отстроить вашу систему под себя, установить логотип, отрегулировать громкость, установить яркость дисплея, а также настроить кнопки на руле и так далее. Более тонкие настройки можно осуществить через заводское меню, о нем мы вам расскажем в отдельном видео. Всем спасибо за просмотр, подписывайся на наш канал, а если хочешь магнитолу, то получай жирный промокод XIZETUBE2017. Кликай на желтый купон и ты узнаешь, что ты можешь получить.